А команда «Ермак» снова порадовала своих болельщиков. Домашняя игра с командой «Шталь» завершилась со счетом 3-2. Соперники долго не подпускали оранжевых к своим воротам. Были удаления и ошибки. Завершился матч в ничью. Шанс на победу ангарчане реализовали в серии буллитов. Следующая спортивная встреча состоится 26 сентября. Против «Ермака» сыграет «Нефтяник».